Здравствуйте, уважаемые любители шахмат. Меня зовут Евгений Гринис. Добро пожаловать на шахматную школу Евгения Гриниса в интернете grinis.de. И этим видео я открываю новую серию, которую я назвал «Самые полезные шахматные партии». В этой серии я хочу показывать различные партии, которые с моей точки зрения могут быть очень полезны шахматистам, желающим улучшить свою игру. Это будут партии тактического характера или наоборот, представляющие различные элементы шахматной стратегии, позиционной игры. Партии, которые могут быть важными для отдельных дебютных систем или для эндшпиля или для миттельшпиля. Сегодняшняя партия, которая открывает эту новую серию, которую я вам хочу сегодня показать, меня просто восхитила. И это никакая не знаменитая партия и никакая не очень известная партия. И я сам совершенно случайно недавно наткнулся на эту партию. Эта партия была сыграна в 1988 году на шахматной олимпиаде в Тессалонике. Белыми играл международный мастер из Дании Карстен Хой. Ило в то время 2340. Его противником был сильный американский гроссмейстер русского происхождения Борис Гулько. Ило в то время 2590. Я специально говорю в то время, потому что в 1988 году эти Ило значили гораздо больше, чем сейчас. Их нельзя сравнивать с теми ЛО, которые в 2013 году существуют. Белые пошли D4. Черные ответили E6. Гроссмейстер приглашает белых к французской защите, которая получится, если белые пойдут Е4, черные ответят D5. Но белые играют конь F3. Белые хотят играть дебют ферзевых пешек, а именно систему Колли. Черные играют C5. Белые ответили Е3. После Е4 возникала позиция сицилианской защиты. Нормальная позиция, которая после Е4, C5, конь F3, Е6, D4 возникает. Но это, по-видимому, не входило в планы белых. Ход C3 также возможен.
Но белые играют Е3. Этим ходом они показывают желание играть в систему Колли. Или, может быть, систему Цукерторта в дебюте ферзевых пешек. Черные играют конь F6. Слон D3. B6. Черные не играют здесь D7, D5. Что привело бы или к системе Колли, или к системе Цукерторта. Они играют систему, которая напоминает скорее новоиндийскую защиту или новоиндийское построение, в котором черные хотят контролировать поле Е4 с помощью коня и слона, который выйдет на поле B7. А D5 черные играть не планируют. Рокировка. Слон B7. Вот это то, о чем я говорил, идея черных взять в тиски поле Е4 без проведения D5. Белые играют конь BD2. И в план белых, возможно, входит C3 и с последующим ходом E4. Черные берут на D4. И они этим не позволяют белым играть позже E4. Именно эта система с ходом C5 бьет на D4 была рекомендована многими другими гроссмейстерами против дебюта ферзевых пешек. И рекомендована как самая сильная для черных. Белые играют E3 бьет на D4. Слон E7. Ладья E1. У белых возникла полуоткрытая линия после того, как пешка взяла на D4. Приоткрылась линия E, поэтому они играют ладья E1. Рокировка C3. Вот такое построение пешек характеризует систему Колли. Системе ферзевых пешек. И черные играют здесь опять. Они не играют D5, потому что ход D5 блокирует диагональ слона B7. И после конь E5 белые стояли несколько лучше и имели шансы на атаку на королевском фланге благодаря ходу конь E5. Возможно, в дальнейшем последовал бы ход F2, F4, укрепляющий позиции коня на E5. После чего белые могли сыграть ферзь F3, возможно, ферзь H3, с планами атаки на короля. После конь E5 белые стояли несколько лучше. Но черные играют D6. Во-первых, они отнимают у белых поле E5, на которое часто стремится этот конь. И они не блокируют диагональ своего слона. И вот это
построение это похоже на систему ежа, которая возникает в сицилианской защите с пешками d6 и e6, со слоном на e7, со слоном на b7. Черные держат под контролем поля e5 и d5. Белые сыграли ферзь e2. Черные играют ладья e8. Этот ход входит в систему ежа. Ладья становится напротив ферзя белых. И это может быть черным в дальнейшем полезно. Скажем, потом, возможно, может у черных может быть ход e5. Или если белые, скажем, атакуют, и пешка e может быть уйти, тогда ладья станет против ферзя. Белые пошли конь f1. Конь bd7. Конь не перегораживает диагональ своего слона, то есть черные не играют конь c6, чтобы оставить открытой диагональ слона. Это также все эти ходы входят вот построение, входит в систему ёж. Белые играют конь g3. Стратегия белых состоит в том, чтобы накопить как можно больше сил на королевском фланге. Для атаки на королевском фланге. Поэтому они перевели коня на g3. Черные играют слон f8. Этот маневр входит в систему ёж и рекомендован многими известными гроссмейстерами. Именно этот маневр. Бывает еще маневр конь f8, заранее защищая королевский фланг. Но рекомендуется именно ход слон f8. У черных появляется возможность пойти потом e5 при случае. И открывается ладья против ферзя. Так что можно сказать, что гроссмейстер Гулько знал, что он делал. Слон g5. Связка. И черные пошли h6. Этот ход, конечно, немного ослабляет позицию рокировки черных на королевском фланге. Но черные хотели прогнать активного слона. Белые отходят на d2. Черные играют ферзь c7. Этот ход также относится к системе ёж. Такое построение можно увидеть и при слоне на b7. Такое построение можно встретить и в сицилианской защите, и в английском начале. Ну и вот в других дебютах, как выясняется, в таких дебютах, как дебют ферзевых пешек. Белые играют здесь слон c2. Они планируют установить батарею из ферзя на поле d3 и слона на поле c2.
Черные играют слон d5. С надеждой взять под контроль поле c4. Другие возможные продолжения. Кстати, вот здесь видно, почему, что черные не ходили d5 пешкой и оставили это поле для своих фигур. Часто сюда может еще становиться конь на это поле. Но гроссмейстер Гулько решил поставить здесь слона. Другие возможные еще продолжения в этой позиции, входящие в схему Ёж. Ладья А на c8. Или может быть e5. Слон d5 было сыграно. Белые играют b3. Они, конечно, не дают черным занять поле c4, но несколько ослабляется и пешка на c3. Черные ответили ферзь b7. Это выглядит очень хорошо. Черные создают давление по диагонали a8, h1. На коня f3, на пешку g2. Конь h4. Белые временно избегают сдвоения своих пешек после взятия слоном на f3 и рассчитывают на то, что черные ослабят свой королевский фланг. То есть белые приглашают черных сыграть g5, и тогда они должны будут снова вернуться на f3. Пока черные играют b5, препятствуя ходу белых c4. Ферзь d3. Белые смотрят на королевский фланг черных, на поле h7, которое пока защищено конем f6. И здесь черные сыграли g5. Очевидно, это ослабляет королевский фланг, но вероятно гроссмейстер Гулько хотел играть активно, немножко рисковал, чтобы эту партию, которую он играл против более слабого противника, согласно рейтингу, играть на победу, которая, вероятно, была нужна американской команде. Конь f3. Слон берет на f3. Черные надеются, что сдвоенные пешки белых компенсируют слабость пешки g5. gf. Тем не менее, белые хотят показать, что открытая для них сейчас линия g может сыграть важную роль при атаке на королевском фланге против черного короля. Слон g7, прикрывая короля, и белые играют h4. Белые жертвуют пешку для вскрытия линий.
Гроссмейстер берет. И этот ход вынужден. Иначе белые бы сами побили на g5 и выиграли бы тут пешку. Но сейчас линия g вскрылась полностью. Конь e4. Атакована пешка d6. Черный играет ферзь c6. Король h1. Король уступает место ладье на g1. Поле g1. Для ладьи, которая станет против короля черных на линию g. Этот маневр часто встречается не в других позициях, вообще в шахматах. Когда король идет в угол, часто бывает пешка, правда, на h2, которая несколько прикрывает короля. Здесь он приоткрыт с этой точки зрения, но защищен пока конем вот и пешкой. Но этот отход коня в угол короля и с дальнейшим ходом ладьи на g1 встречается очень часто. Черные пошли конь h5, заранее защищая слона g7. Одновременно гроссмейстер ставит своему противнику ловушку. Белые играют ладья g1. Ну какую ловушку имел в виду гроссмейстер Гулько? Здесь у белых был заманчивый вариант, начинающийся ходом конь бьет d6. Ферзь бьет d6, ферзь h7, шах. То есть конь взял пешку и освободил дорогу ферзю. Король f8, слон бьет h6. Конь d на f6, слон берет на g7, конь берет на g7, ферзь h8, шах. Король e7, ферзь берет на g7. У белых лишняя пешка, и кажется, что у них неплохо. Но черные отвечают ферзь f4. Ферзь g2, ладья g8. Ферзь h3. Ладья А на c8 нападает на пешку c3. Если белые защищают ее ходом ладья e3, то черные играют ладья g3. И после fg ферзь берет на e3, gh, ферзь берет на c3. И у черных выигранная позиция. Атакована ладья, слон, пешки. Эти варианты продемонстрировала шахматная программа Фриц. Может быть, гроссмейстер имел в виду такую ловушку. Но белые ответили ладья g1. Король f8. Похоже на то, что черные стоят нормально и смогли защититься. Но в этот момент белые наносят первый удар. И я советую вам для тренировки комбинационного зрения
и расчета вариантов, нажать на паузу. Видео тогда приостановится, потом вы сможете его в любой момент дальше пустить и подумать, как бы вы здесь продолжали, и попробовать посчитать варианты на несколько ходов. Белые сыграли, ладья бьет на g7. Устраняется главный защитник королевского фланга. Здесь у черных два продолжения. Король бьет на g7 или, может быть, конь бьет на g7. Гроссмейстер сыграл, король бьет на g7. Но, может быть, лучше было конь бьет g7. Белые, конечно, отвечают, слон бьет на h6. У белых сильная атака, а возможно, решающая атака. Например, лучший ход здесь за черных – это f5. Здесь шахматная программа Fritz демонстрирует варианты, которые заканчиваются победой белых и начинаются ходом слон бьет на g7 шах. Король бьет на g7, ладья g1 шах. И сейчас у черных есть несколько отходов короля. h8, h7, h6, f8, f7. Давайте посмотрим красивые варианты, которые показывает здесь Фриц. Король h8, ферзь e3. Ладья e7. Ферзь g5. Ладья h7. Конь f6. Ферзь бьет f3 шах. Король h2. Ферзь бьет f2 шах. Ладья g2. И белые выигрывают, потому что грозит ферзь g8 шах. И на ладья бьет g8, ладья бьет g8 мат. Другое продолжение после ладья g1. Король f8. Ферзь d2. Король f7. Ферзь h6. Ладья f8. Ладья g7 шах. Король e8. Ферзь бьет на e6 шах. Король d8. И в этой позиции красивый ход конь c5. И белые выигрывают. Например, связка, нельзя бить коня пешкой, потому что теряется ферзь. А если конь берет на c5, то ферзь e7 шах, и на отход короля ферзь берет на f8, и потом мат. После ферзь e8 ферзь берет на e8. Но можно сыграть ферзь f3 шах, король g1, и нет ни одного шаха. И после конь бьет c5, ферзь берет на d6 шах, король c8. И ферзь берет на f8 мат. Или, конечно, ферзь c7 мат.
другая возможность после ладья g1 шах. Король h7. Конь g5 шах. Король h8. Конь f7 шах. Король h7. И теперь красивый ход, который наш помощник за кадром видит. Ферзь берет на f5. Шах. Еф. Слон берет на f5. Мат. Все поля отняты у короля. Красивый мат в варианте. И еще одна возможность после ладья g1 шах. Это король f7. Конь g5 шах. Король e7. Еще один удар. Конь бьет на e6. Король берет на e6. d5 шах. Вилка на две фигуры. Но черные берут на d5, конечно. И теперь следует комбинация на отвлечение. Отвлечение короля от защиты ферзя. Ладья g6 шах. Конь f6. Ладья бьет на f6 шах. И после король бьет f6, ферзь берет на d5. И белые выигрывают. Это говорит о том, что ход конь бьет на g7 не помогал. Возможно, гроссмейстер видел какие-то варианты из тех, что мы смотрели. Или просто мог оценить позицию, что после слон берет на h6 и связки коня, его позиция была бы плохая. Поэтому он пошел, король берет на g7. И в этой позиции я говорил о том, что после короля f8 ладья бьет g7, король бьет g7. Фриц не видит здесь. Фриц, который умеет считать тактические варианты на много ходов вперед. И мы видели, какие варианты он показывал. И в этой позиции он не видит хода, который сделали здесь белые. Хотя он оценивает эту позицию как лучшую для белых. И рассматривает ходы здесь ладья g1 шах. После короля f8 c4. Или сразу c4. Или он рассматривает ход ферзь e3. Но тот ход, который сделали в этой позиции белые, Фриц не видит. Сможете ли вы его увидеть? Международный мастер сыграл. Слон берет на h6. Шах. И даже в этот момент Фриц ничего не понимает. Он думает, что после король берет на h6, ферзь e3 шах, черные могут защититься. Гроссмейстер сыграл король бьет h6. И только в этот момент, после
долгого обдумывания. Фриц понял, как белые задумали продолжать. Белые не играют здесь ферзь Е3 шах, а делают тихий ход. Ладья G1. И сейчас черные проигрывают, так как их король отрезан по линии G. У черных нет защиты. Гроссмейстер здесь сыграл F5. Возможно, это лучший ход, как он считал, но у черных вообще нет других ходов. В смысле, нет ходов, которые бы могли их спасти после ладья G1. Например, у белых белые здесь кое-чем угрожают. Чтобы увидеть, чем они угрожают, давайте сделаем за черных слабый ход, просто, например, А6. Тогда следует ферзь Е3 шах, король H7, конь F6, двойной и вскрытый шах, от которого у черных только одна защита. Уход короля на h8 и ферзь h6 мат. Вот такая прямая угроза белых после хода ладья g1. Конечно, черные ее увидели, сыграли f7 f5. Но, может быть, Фриц показывает, может быть, у черных были другие возможности защиты. Например, конь f4. Нападая на ферзя и планируя после ферзь e3 сыграть e5. Защитить коня. На ход конь f4 белые бы сыграли конь g5. Оставляя ферзя под боем. Если конь бьет на d3, конь берет на f7 шах, король h7, слон берет на d3 шах, единственная защита ферзь e4, и слон берет на e4 мат. Все поля отняты у короля. Конь отнимает поля h8, h6, ладья отнимает все поля по линии g. Также после конь берет на f7 шах не помогала король h5 и за ладья g5 мат. Также после конь g5, если не брать ферзя, а пойти f5, белые играют ферзь e3 и выигрывают, просто забирая коня на f4. Потому что, если защитить коня, то конь f7 шах, король h7, слон берет на f5 мат, подобный тому, который мы видели до этого. Значит, конь f4 не помогал. Также не помогал ход после ладья g1 e5.
С идеей на ферзь Е3 сыграть конь F4. Снова следовал ход конь G5. Черные здесь могут попробовать Е4. Конь берет на F7 шах. Король H7. Ферзь Е3. D5. Защищая ферзем поле H6. FE. Да, грозит или Е5, или ЕД. ДЕ. И белые, которые сейчас играют без ладьи, играют как ни в чем не бывало. Как будто ничего не произошло. Ладья G4. Например, конь G7. Ферзь G5. Ферзь F6. Ладья берет на H4 шах. Король G8. Конь H6 шах. Король F8. Если пойти король H7, то конь G4 шах. Забирает ферзя. Скрытый шах. А после король F8 связка ладья F4. Связывается ферзь. Позади Москва. И белые выигрывают. Поэтому последняя возможность черных, как сыграл гроссмейстер Гулько, F5. Белые сыграли ферзь Е3 шах. И черные ответили F4. На король H7 белые бы сыграли ферзь G5. Например, конь DF6. Конь берет на F6, конь берет на F6, ферзь G7, мат. Или последняя надежда черных в этой позиции, конь G3 шах. FG, ладья G8, ферзь H5 шах, король G7, GH шах, король F8, ферзь H6 шах, король E7, ферзь H7 шах, король D8, ладья берет на G8 шах, у белых уже лишние слон и пешка, они выигрывают. Ферзь Е3 шах, F4. Попробуйте угадать следующий ход белых. Как бы вы здесь пошли? Вы можете, имеете здесь снова хорошую возможность сделать паузу в видео и попробовать найти ход за белых. У белых под боем ферзь. И они играют. Конь берет на d6. Блестящее продолжение. Гроссмейстер взял ферзь бьет d6. После взятия, если бы он взял ферзя, вернее, у него был шанс
Ну, после взятия ферзя очевидно, что конь f7 мат. Снова у короля нет ни одного хода. Но у черных был еще здесь была возможность, может быть, сыграть конь g3 шах. С блокадой линии g. Может, это было лучше? Оказывается, что нет. Ладья берет на g3. И теперь hg. Ферзь берет на f4 шах. Если здесь король g7, ферзь f7 шах, король h8, ферзь h7 мат, или король h6, ферзь g6 мат, а после ферзь f4 король h5, ферзь g4 шах, и после король h6, ферзь g6 мат. Значит, конь g3 в этой позиции не помогало. А в случае ладья e7, белые играют ладья e7, прикрывая поле f7. Белые играют, делают отвлекающий ход. Ферзь бьет на e6 шах. Если ладья бьет e6, то конь f7 мат. А если конь h на f6, ладья g6 шах, король h7. После короля h5, конечно, ферзь f5 мат. Король h7, ферзь берет на e7 шах. Король h8, ферзь g7 мат. Значит, после конь берет на d6. Только ферзь бьет d6. Еще вот дает какое-то сопротивление. И здесь как играть белым? Все это хорошо и прекрасно. Они сыграли конь берет на d6. Ферзь побил. Как продолжать? Ферзь d3. Белые угрожают матом на g6 и на h7. Например, конечно, не помогает e5, защищая поле g6. И за ферзь h7 мат. Но черные делают ход конь f8. Защищая поля как h7, так и g6. Как бы вы здесь сыграли? Жаль, правда, что наш помощник за кадром показывает решение этой позиции и тот ход, который сделали здесь белые. Они сыграли ферзь h7 шах. И в этой позиции гроссмейстер Гулько сдался. После хода конь бьет h7, следует ладья g6 мат. И палетный мат ладьей под защитой слона. У белых нет ферзя, двух коней, или одного, можно сказать, и ладьи. Осталось слон и ладья, которые ставят мат, который называется и палетный мат. Король черных получил эполеты в виде своих коней.
как погоны в карточной игре в дурака. Он получил на погоны, и ладья ставит мат. Такой мат я личный больше нигде не видел. И эти все красивые варианты и атаку, которую организовал международный мастер в этой партии против гроссмейстера, я не видел. Я видел бессмертные партии. Я видел другие знаменитые партии. Но это простая партия. Хой против Гулько. Не уступает знаменитым партиям прошлого. Я надеюсь, что эта партия и мои комментарии вам понравились. Но остается вопрос, почему эта партия, почему я отнес эту партию к самым полезным партиям? Что вы можете из этой партии почерпнуть? Это, конечно, метод атаки на короля, который продемонстрировали белые. Но также и дебютная стратегия и подготовка атаки на короля, особенно в варианте, в системе Коле, в дебюте ферзевых пешек. Может быть, после этой партии вам захочется самим играть систему Коле. И тогда я приглашаю вас на мою страницу, на сайт greenies.de, где есть страница, посвященная дебютам ферзевых пешек. И это также, конечно, характерно именно против игры системе Ёж. В дебюте ферзевых пешек, когда черные встречают ее системой Ёж, которая, в общем-то, считается одной из сильнейших построений. Это было мое первое видео из серии «Самые полезные шахматные партии». И как во всех моих видео, вы найдете в описании под видео на YouTube интересные ссылки на соответствующие страницы шахматной школы Евгения Гриниса. Чтобы увидеть больше, чем одну ссылку, нужно открыть описание в полном объеме. И тогда вы попадете на страницы, где вы можете разыграть тысячи шахматных партий совершенно бесплатно в интернете. Инструкцию вы можете найти на странице изучения партий. До свидания, до следующих встреч.